Всем привет! Представляю вашему вниманию две шапочки Бини, связанных из абсолютно разного материала. Вот эта розово-сиреневая связана из мохера. Она очень классная, пушистая, шелковистая, блестящая и очень нежная. И вторая, не менее замечательная, из пуханорки. Очень мягкая, очень приятная к телу. Никаких покалываний, никакого дискомфорта. Очень классная, пушистая и нежная. И сегодня мы с вами будем вязать именно эту модель, шапку Бини из пуха норки. Вот такую, из такой точно пряжи. Добрый день! Сегодня мы с вами будем вязать шапку Бини из пуха норки. Для этого нам понадобится пряжа пух норки, дополнительная нить, которая идет к этой пряже, размер спиц номер 4 и крючок любого размера для наборного края. Расход на шапочку Бини всего один моток, но вязать нужно в две нити. И я для удобства буду вязать с двух мотков, потому что второй моток все равно у меня будет использован. Я впоследствии собираюсь вязать бактусы, то есть это будет комплект. Все соединяем две нити вместе. Две основные нити и две добавочные нити соединяем вместе и приступаем к вязанию. Он получается немножко объемнее, немножко плотнее и красивее, как мне кажется, выглядит уже в готовом изделии. Итак, первую петлю крючком, которую мы набираем следующим образом. Вдеваем крючок под переднюю стенку петли. Захватываем рабочую нить, вытаскиваем ее достаточно свободно, чтобы она была, и надеваем на спицу. Так мы связали первую петлю крючком, все остальные петли мы будем вязать по-другому. Теперь мы крючок вставляем не за переднюю стенку, как в предыдущую петлю, а между двумя петлями, то есть между крайней петлей и предыдущей. Вот таким образом. Ввели крючок между петлями, захватили рабочую нить и вытянули ее и надели на спицу. Точно так же следующую петлю. Между двумя петлями ввели крючок, захватили рабочую нить, вытянули и надели на спицу. Следующую петлю точно так же ввели между петлями, захватили рабочую нить, вытянули и надели. Итак, набираем. Вот что у нас получается, вот более объемный такой край. Итак, набираем то количество петель, которое вам необходимо. Я буду вязать шапку на 55-57 размер, поэтому я буду набирать 80 петель. Если вы хотите шапку на размер 2 меньше, набирайте меньше на 4 петли. Если на размер 2 больше, набирайте больше на 4 петли. Все, встретимся в конце ряда. Итак, мы набрали необходимое количество петель. В моем случае это 80 плюс 1 петля для замыкания в круг. Теперь нам нужно этот круг замкнуть. Для этого мы с левой спицы снимаем петлю, переносим на правую.
а с правой спицы предыдущую петлю снимаем и набрасываем на перенесенную петлю. Все, мы замкнули наш круг. Теперь первый ряд мы провязываем обычными лицевыми петлями за заднюю стенку. Таким образом. За заднюю. Все петли вяжем одинаково за заднюю стенку лицевыми. И так до конца ряда. Итак, мы провязали с вами первый ряд за заднюю стеночку петли лицевыми. Второй ряд и все последующие ряды мы будем вязать лицевыми петлями, но только за переднюю стенку. За переднюю стенку. Таким образом, мы вяжем с вами то количество рядов, какую высоту шапки мы хотим. Я приблизительно буду вязать 20-21 сантиметров. Вы тоже, когда довяжете 20, свяжете 20 сантиметров, примерите ее на себя и определитесь, достаточно ли вам будет такая длина. И встретимся с вами тогда, когда нужная высота шапки у нас будет связана. Итак, все ряды по кругу лицевыми петлями за переднюю стенку. До встречи!